хочу, блять, здесь девушку, шла ты отсюда, это унитазе сидела. Она. Ложись. Вот так вот сразу. Никита, все еще нормально было? На 410-м, да, сейчас пасхалка будет, пожалуйста. Милая демониха. И столько я их зафрения. Подписывайтесь и ставьте лайки. Подписывайтесь и ставьте. Кто не поставит, будет блядь. Она сидела передо мной, натянула ко мне руки. Они приходят из водоемов. Отпрянуть, сидеть и не шевелиться. Ну, на этом бы месте я бы отпрянул, конечно. Отпрянуть. Резко вскочил, и видение исчезло. Жиза, точно, у меня была белая гречка. Никитсу, ты чё, пьёшь, что ли? Нет никакой девочки с жезлом, никакого монстра. И столько я и шизофрения. Я вылез из ванной и отправился спать. Завтра с утра, наверное, ещё раз над всем этим поразмыслить. И подумать о походе к психиатру. Шлёп-шлёп. Кто-то подходит к моей кровати. Кап-кап. Тёплая вода капает прямо на нос. Кап-кап. Я открываю глаза, но в комнате никого нет. Только мокрые следы на полу напоминают мне о ночной гости. Я уже не удивлялся тому, что после занятия передо мной снова появилась Айрис. Ух, блин. Блин, я забыл сохраниться. Сейчас. Все будет, сохранимся. Похвалить ее одежду, ругать ее внешний вид. Ну, выглядит она хорошо, ну ё-моё. Похвалить ее одежду, ну посмотрите. Девоёнок какой-то. Милая демониха. Димонч. И как это мило сказать? Милая девочка-демон. Вот так вот. Похвалить ее одежду, конечно. Ну вот, другое дело. Окружающие все еще пялились на мою спутницу, но начало было положено. Может быть, мне удастся постепенно сделать из нормального члена общества? Ну... Может быть. Никитсу, все нормально было? Нет, не нормально. Оно ко мне приходило вчера в ванной и ночью. Но раз ты тут, то мое заклинание работает. В смысле? Блин, как будто прочитал. В смысле, разве оно не должно отпугивать нечисти? Или что это? Нет, совсем нет. Ты же сказала, не сможет коснуться. Это самое важное. То есть она может меня видеть, но не сможет коснуться. Кстати, да. Пизда. Она резко ткнула мне в живот своей палкой, в этот раз без всяких заклинаний. Как грубо, сегодня без заклинаний? В этой одежде не колдуется как надо. Да не переживай, я же говорила, что вербальная форма только для концентрации нужна. А тут, типа, без концентрации все будет. Как-то странно все, если честно. И кивнул. Ладно, так что насчет этого существа? Болотница? Да, болотница. Это надолго вообще. Мне не нравится быть по утрам. Ну, тут несколько вариантов. Вообще, их еще не изгоняло. Так. Но раз охранное заклинание работает, то и знать получится. Наверное. Да. Приседем. Надо подумать. Мы расположились на лавочке в небольшом сквере. Девочка-жрица достала откуда-то совершенно обычный современный смартфон и принялась искать в нем информацию. Ух, нихуя себе, продвинутую девочку. Только не веришь, что ты меня лечишь по советам из интернета. Нет, я просто оцифровала все старые записи моего рода. Так гораздо удобнее. Русалки. Смотри, есть несколько видов. В зависимости от типа смерти, мотивов, то есть желаний, крещеный, не крещеный, но это чушь, конечно. Судя по запаху и мотивам, это точно болотница. Хотя, может, мавка?
Странно как-то, подождите. Смотри, есть несколько видов. В зависимости от типа смерти, мотивов, то есть желаний. Крещенный, некрещенный. Судя по запаху и мотивам, это точно болотница. Хотя, может, мавка? Ты не видел, у нее на спине есть что-нибудь? Ну, знаешь, мне было не до этого. Жаль, я бы посмотрел, у нее там внутренности видно. Очень интересно. В нашем деле это были не играет, и те, кто... И те, и другие примерно одинаковые. Что мавка, что это вот эта вот русалка? Значит, их мотивами обычно служит причина их смерти. Либо месть за то, что ее убили, либо горечь из-за своей смерти. В принципе, две стороны одной медали. Но она же нас любить хочет, по идее, да? Тогда зачем ей мстить? Горечь за смерть? Хотя реально, как она выразится? И что нам это дает? Ты никого не топил? Еще бы! Каждый вечер только этим и занимаюсь. Ну тогда причина классическая. Утопилась на эта бедняжка от неразделенной любви. Вот так преследует тебя, думая, ты ее осужденный. Ой, точнее, суженый. Я неправильно прочитал. Вот и преследует тебя, думая, что ты ее суженый. Долбоебость какая-то, если честно, блять. Очаровательно. Впрочем, нет. Тут же все сходится. Но в кого, как не в меня, еще можно было влюбиться. Даже нечисть не может отвести от меня глаз. Прием, прием, Никитса! Меня аккуратно потыкали палочкой. Арис убрала телефон, поднявшись, потянулась. Что делать будем? Если хочешь побыстрее, то надо ее просто убить. Осиновых кольев у меня нет. Вот это старый метод, мне нравится. У тебя нет серебряной вилки? А лучше ножа. В принципе, и ложка подойдет. Мне придется наточить, жалко. Это же против вампиров? Какой же ты неуч, Никетсу? Это универсальное средство. Даже люди умирают, если в них приковывают отверстие серебряным ножом. Или осиновым колом. Очень смешно. Нет у меня такого. И у меня нет. Значит, пойдем осину искать. Сможешь сегодня? И все, мы ее просто убьем ее? Если ненадолго. Да, тут пара остановок. Поехали. На 410-м, да, сейчас пасхалка будет, пожалуйста. Если сейчас будет пасхалка, это будет вообще шикарно. Ну, не знаю, ладно. Ну, поехали. По пути мы обменялись номерами телефонов. Осиновую доску мы купили в ближайшем Элме, где распилили на несколько брусков. Очаровательно. Как это слово... Подождите, а, мне показалось, это спрайт из... Ой, спрайт, говорю, фон из без... Фу, блин, из Лавмания рок-н-ролла. Очаровательно. Ты тащишь? А, пфу, это я читаю, Никетсу. Ты тащишь? Огромная зеленая сумка оказалась больше девочки. Да, мне совсем не тяжело, ты правда дашь остатки мне? Забирай, считай оплату за охрану. Спасибо. Ну, я побежал, да, с днем вырежу один кол. До встречи. И она мчалась вдаль. Странно одетая девочка с огромной сумкой, из которой торчали деревянные брусья.
Шлёп-шлёп. Я снова дома, один, и вновь из коридора доносятся звуки. Кап-кап. Что-то стекает на пол. Пересилив себя и выдвигаясь навстречу. От моего прикосновения оно должно все исчезнуть. Ведь так? С чего ты вообще взял? От твоего прикосновения оно должно исчезнуть? Угроза затопления среди элемент пугала больше, чем что-то сверхъестественное. Я как-то уже свыкся с тем, что это существо где-то рядом. Почему-то было не так страшно. Из-под двери туалета сочилась жижа. Вот значит, где она нашла водную поверхность. Канализация. Я резко открыл дверь. На унитазе сидела она. Ой, блядь, закрывай. Не в тот райончик. На унитазе сидела она, с волос стекала вода, из-под них слышалось сопение. Увидев меня и заметив мое присутствие, она словно обрадовалась. Она радостно протянула руки навстречу. Коснуться ее. Я все что-то, знаете, не понимал, откуда пошла эта херня докоснуться до ее. Если докоснешься, коснулся ее. Я нерешительно протянул руку в ответ и коснулся ее. Рука была холодной и мокрой. Запоздало я понял, что так быть не должно. Она же не может ко мне притронуться. Вообще, кстати, да, мы говорили. Запоздал, и я понял, что так быть не должно. Она же не может ко мне притронуться. И это была моя ошибка. Все-таки это твоя ошибка. И то, что тебе сказали, тебя напиздили, мне кажется. Но холодные пальцы уже ползли по моим запястьям, поднимаясь по ним все выше и выше. Молодица радостно мычала что-то. А мне становилось от этого не страшно, а грустно. Она напоминала маленького ребенка, который просто хотел тепла. Я аккуратно сжал ее пальцы, и она с тихим вздохом исчезла, оставив на моих ладонях полосы ила. Прибравшись, я решил написать Айрис. Твое заклинание не работает? Оно коснулось меня. Ответ не заставил себя ждать. Да? Напиши адрес, я сейчас же приеду. Лишь после того, как я отправил ей сообщение с адресом, меня вновь посетила рациональная мысль. Какая ты девочка с якобы паранормальными способностями? Я ей дал свой адрес. Но вспомни, существует 100 лет, и я отогнал эти мысли. Может, это розыгрыш Никетсу, а ты ничего не понимаешь. Слишком сложно это подстроить. Ну да, кто же будет вызывать из канализации в туалете? Ведь так? Это музыка! Она мне, кстати, нравится. Я писал под роликом Уфа Тим, что классная композиция. Она действительно мне нравится. Я ее ВКонтакт добавил. Да и вообще, я даже... Ее скачал на свой телефон. Ну, с интернета. Мне действительно мелодия красивая. По-моему, одна из самых лучших вообще. Ладно. Айрис прибежала буквально за полчаса. Судя по всему, она действительно бежала. Она вся раскраснелась. А на ее одежде то тут, то там виднелись опилки. Настрочить не успела. Я поймал себя на мысли, что несмотря на то, что я так неотразимо прекрасен, Айрис была первая девчонка, которая сидела вот так у меня в комнате, удобно расположившись в компьютерном кресле. Нихрена себе. Я поймал себя на мысли, что несмотря на то, что я так неотразимо прекрасен, Айрис была первая девочка, которая сидела вот так у меня в комнате, удобно расположившись в компьютерном кресле. По-глупому смутившись, я не нашел ничего умнее, чем предложить ей чаю.
Конечно, буду. Она попивала чай, рассматривала мою комнату. Значит, у нас есть два варианта. Первый, я буду жить у тебя до тех пор... Нет, давай другой. Я же не закончу вообще. Я бы и не стала, я приличная девушка. Второй вариант, подумать, почему заклинание не сработало. Действительно, почему оно не сработало, давай как подумаем. Надо опять сохраниться мне. Из-за твоей одежды, из-за заклинания. Да это не из-за ее одежды, это из-за заклинания. Наверное, из-за того, что ты не прочитал заклинание, а просто тыкнула меня палкой. Ну, вполне возможно. Ты прав, наверное. Не совсем так, но в этом есть смысл. Наверное, я недостаточно сконцентрировалась тогда. А что это у него iPod дальний или что? Что это там вдали возле монитора? Или это пульт такой? По-моему, iPod. Похоже на iPod, кстати. Или плеер какой-то. Ладно, давай еще раз попробуем. Она прочла заклинание, в этот раз медленнее и тщательно проговаривая слова, легонько постукивая жезлом по мне на каждом слоге. Это же больно, наверное. Или хотя бы просто так. Тык-тык-тык. Ну как? Ничего не изменилось. Алис выглядела расстроенной. А что должно было измениться, по идее? Что как-то странно вообще все это звучит. Ну ладно. Да не бери в голову, раньше я тоже ничего такого не чувствовал. Да? А что должно он был чувствовать? Что это такое? Да? Ладно, у нас один способ проверить. Ну или я останусь на ночь. Ни за что. Ой, блядь. Надо было назвать его Ниникетсу. Ты на меня ни хера не похож, блядь. Вообще ничем. Самозванец херов. Ни за что. Шучу, что ты так заводишься? Она пересела на кровать и похлопала рядом со мной. Ложись. Вот так вот сразу. В голове снова всплыла мысль, что все это подстановка. Они проникли в мою квартиру, чтобы все это устроить. Или нет? Все проще. Это галлюциногенные препараты, точно. А ты их употреблял? Ну или мне остается поверить, что все это происходит наяву. Она приходит, когда ты ближе всего к миру Нави. Сильно расслаблена. А лучше спишь. Да, похоже на то. Поэтому устраивай все поудобнее, я буду охранять тебя. Лечь на колени, Айрис. Что-то выбахков тут много. Это из-за заклинания. Ну, в принципе, вообще, я думаю, что это из-за заклинания. Да, действительно. Возможно, это из-за нее. Хотя... Мне пока натыкнули на... Блин, мне кажется, да, это из-за этого, то, что нас тыкнули неправильно. Все из-за этого. Лечь на колени, Айрис, лечь на подушку. Лечь на колени, Айрис. Колыбельная. Я опустился на... О, первое достижение, кстати. Я опустился на кровать, расположился углом на коленях Айрис. Она что-то пикнула, но ничего не сказала. Пи. Мягко и приятно пахнет. Я закрыл глаза, и тут же на меня начала наваливаться дрема. Над нами колокольчики звенят, потусторонний мир сопровождая. Не бойся, что тут нет на... Не бойся, что тут нет пути назад. Я стану тем, кто путь укажет краю. Айрис тихо пел колыбельную, аккомпанируя себя жезлом, на котором едва слышно позвякивали бубенчики. Слова были странными, но почему-то меня это не тревожило, а наоборот успокаивало и нагоняло сонливость.
Опять кап. Ай, кап. Шлеп, шлеп. Удар. Нихуя себе. Удар. Он был вовсе не по мне. И резко от колбаса я поднялся. Фиг вспомнил сразу. Ты что, блядь, здесь делаешь? Пошла ты отсюда. Это как Айрис только приспособился. Айрис растянулась на полу, поджав к животу ноги. Она стояла посреди комнаты, но больше ничего не предпринимала. Айрис! Она поднялась, слегка пошатываясь, потом резко прыгнула прямо на болотницу. И стукнула тут же жезлом по лбу. Монстр удивленно выдохнув. Увы! И рассыпался миллионом маленьких капелек, залив мне весь пол в комнате. Я вздохнул и отправился за швабры. Блять. Интересно. Ты как сильно ушиблась? В порядке, вот. В порядке, вот как это? Как она говорила, русалка и. Блять, я забыл. В порядке. Вот как-то раз я изгоняла шишигу, потом 2 недели лежала вся в синяках и ушибах. Закончив с уборкой, мы расселись прямо на полу. Польза от моей преследовательницы явно была. Таким чистым полом в моей квартире давно не был. Самое главное же заклинание сработало. Она попыталась к тебе сунуться, но тут же руки отдернула. Жаль, что она себе не наложила ничего. Не выйдет такая вот таинственная сила. Может лишь во благо других использоваться? Понятно. Арис поднялась и засобиралась. Мне хотелось чем-то отплатить этой храброй маленькой экзорцистской нечисти, и я вызвался ее проводить до остановки. По пути мы больше молчали, но мне почему-то очень хотелось поговорить еще о чем-нибудь. Пусть даже о шишигах или кикиморах, да хоть о бабе-яге. Слушай, а тебе совсем не страшно? Не, ведь с такими объяснениями мира наоборот страх уходит. Это неизвестного боишься, а когда все понятно, откуда что происходит и что сделать может... Это как гром. Значит, люди его боялись. Теперь все знают, что это не гнев богов, а просто... Кстати, а что это? Ну, когда молния бьет звук же. Нет, это понятно. Забавно, что даже не зная точного объяснения, ну, примерного понимания, это как данность. Я совсем этого уже не боюсь. То есть мне было достаточно чужого мнения на этот счет? Забавно, что даже не зная точного объяснения, но примерно понимая и принимая это как данность, я совсем этого уже не боюсь. То есть мне было достаточно чужого мнения на этот счет? После того, как ты про Нафьев рассказал, мне тоже стало не так страшно. Знаешь, я все поблагодарить тебя хотел. Не за что, моя обязанность. Какой с этого профит? Ну, польза тебе какая? Ты с этого что-то получаешь? Нет совсем, нет у нас никаких организаций, никто мне за это не платит. Да и за победу над нечистью я не качаю уровни или там какие-нибудь камни, силы получаю. В этом нет никакого смысла. Так зачем? Просто. Знаешь, что ты можешь помочь? Ты бы сидел и смотрел, как они убивают людей? Я вот не могу. Я промолчал. А что бы сделал я? Я же теперь знаю. Спасибо. Ладно, до завтра. Арис помахала мне рукой и забралась подъехавший автобус. Ночью никто не приходил. Мне как-то даже стало обидно от этого. Глупо, конечно. Но я как будто уже привык.